приветим, ребят. Привет, привет, привет. Нахожусь на локации такой, что вам и не снилось. Все практически занято. Вся весна, блин, в отдыхающих, в рыбаках. Просто ж. О, дальше не могу, сука, не могу произносить. Так вот, клинился, кое-как клинился, это вообще пипец. Тут глубина 0 метров, то есть практически пермушка опускается на раз. Не знаю, что поймаю, не поймаю, дистанция около 50 метров. Сижу, пью кофе, вариантов больше никаких нет. Вот кофеек, вот такой вот. Вон удочка у меня стоит. Мой фидерок сегодня. Вот он, корм у меня такой, ну, всякие парыши там, вареные, моченые. Костерчик. И палочка у меня сегодня флинт 3,9. Вот она близко, ладно. Ну, катушка Fox Stratos 4000. Надо менять, конечно, но пока думаю с этим остаться. Ладно, посмотрим. Время покажет. В общем, поймал одну густерку на червя. И вроде бы все. Так, давайте ловить, смотреть. Время 1 час ночи. Что, ребята, вроде ночью начало поклевывать. Такой хороший лещик. Неплохой, скажем так. Ой, сухо. Засёк. Хорошо. Красав. Вот у меня судачок. Ладно, хрен с лещами. Зато есть судак добрый. Опа.
Хороший дядя. Опа, опа, опа. Тихо, 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 тихо. Красава. Ловишь одно, а клюет другое. И делать нечего, придется забирать. Хороший судачок, такой добрый. Домой придем, взвесим.